От производителя до аптеки. Система мониторинга движения лекарств призвана защитить жителей Чувашии от подделок. Промежуточные итоги внедрения системы подвели на правительственной комиссии. Маркировка лекарств и регистрация их в единой электронной системе. Сейчас мера добровольная. В Чувашии начали тестировать систему. В республике организованы два центра компетенций. На сегодняшний день ГУП Чувашской республики, фармация Минздрава Чувашии, совместно Республиканский клинический онкологический диспансер успешно проведено тестирование прохождения полного цикла передачи лекарственных средств по системе маркировки в части высокозатратных нозологий. Согласно закону, маркировка всех лекарств станет обязательной с 1 января 2020 года. Процесс регистрации в электронной системе контролирует Росздравнадзор. Процесс регистрации в системе идет медленно. На сегодняшний день на территории Чувашской республики в системе зарегистрировано 172 субъекта, что составляет 24% от необходимого для подключения. Минздрав совместно с организацией, которая причастна к этому процессу, активизирует процесс. То есть мы технически с ваших слов решили все вопросы. Программа работает, возможности есть, нормативная база сформирована, но сами организации пока не подключены. И в большей степени, я так понимаю, частные организации. По государственным мы отработаем. Специалисты Росздравнадзора также напомнили, что с 1 января 2020 года за продажу лекарственных средств без маркировки и регистрации в системе будут накладываться административные штрафы.